пятницу в Самарской области облачно. Местами пройдет небольшой дождь. 24-26 тепла днем, ночью 16-18 выше 0. Ветер юго-западный 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 26, ночью плюс 17, юго-западный 6 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 24, ночью 18, выше 0, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, утром возможен дождь, плюс 24 в дневное время, ночью плюс 17, юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 49%, температура воды в реке Волга 21,5, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.